Алексей Сараев избран главой Суздальского района. Об этом сообщается в соцсетях районной и областной администрации. Причем районным руководителем избранный глава работает с 2013 года, сообщает региональное правительство. Алексей Петрович впервые избран главой Суздальского района в 2013 году. Имеет большой опыт в муниципальном управлении. В этом году при содействии Алексея Петровича проведены масштабные торжества, приуроченные к тысячелетию города Суздаля. После изменения областного законодательства Суздальский район одним из первых в области избрал главу района, возглавляющего местную администрацию. Подчеркнем, ранее Алексей Сараев занимал пост главы райадминистрации. В сентябре в районе прошли выборы нового созыва Совета народных депутатов. И обязанности Сараева были прекращены. Причем в связи со вступившими в этом году изменениями в областное законодательство, в Суздальском районе упразднена должность главы местной администрации. Теперь глава района будет руководить работой исполнительного органа местного самоуправления, который назначается по итогам конкурса. Кандидаты, подавшие заявки на участие, прошли тестирование на знание законодательства и представили свои программы. До голосования дошли два кандидата – Алексей Сараев и Сергей Белов, заместитель главы администрации района. На сегодняшнем заседании кандидаты представили депутатам свои доклады по концепции развития района, а также ответили на вопросы депутатов. В итоге главой района единогласно избран Алексей Сараев. Он поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие.